Здравствуйте всем! Сегодня мы с вами изучаем, как создать макет, добавить легенду и как сохранить нашу карту в PDF. Так, вначале приступаем к созданию макета. Для этого нажимаем функцию «Проект» и внизу находим функцию «Создать макета». То есть Ctrl-P. И вводим название при сохранении. Нажимаем на ОК. И сразу у нас открывается новое окошко. Теперь наша цель — это добавление карты в нашем макете. На левом стороне можем использовать данную функцию. И выделяем рамку. И в нашем рамке появляется наша карта. Затем нажимаем на элемент карты и заходим в функцию Item Properties. Здесь спускаемся вниз и находим позицию рамку, так как в нашем карте не хватает рамку. Вот, у нас нашего карты теперь есть рамка, и также можно добавлять следующие элементы в нашем карте. Можно добавить легенду. Также идем направо и находим функцию легенду. Нажимаем на легенду и выделяем место, где мы хотим, чтобы у нас была легенда. Вот теперь у нас легенда. Также, кроме легенды, мы можем добавить в нашу карту масштабную линейку. Вот, также выделяем место для нее. Вот. Теперь у нас также есть масштабная линейка. Но можно в нашем легенде добавить следующие элементы, функции, например, можно менять размер значка, используя данную функцию. Также изменить текст и шрифт, размер колонок, идентификатор элемента, позицию, размер и так далее. То есть здесь есть разные функции, которыми мы можем пользоваться. Дальше, кроме этого, мы можем добавить текст для нашего карту, например, название. Нажимаем на текст и выделяем. Здесь тоже в настройках на правую сторону нажимаем на Item Properties и пишем текст. Например, в моем случае South Asian Countries Population. Также, когда уже выбрали название, мы можем установить размер текста, увеличивать, например, и также в равный вид по центру, чтобы было красивее и аккуратнее. В целом, создание нашего макета завершено, и можем сохранить наш макет. Для этого нажимаем в макет и экспорт в PDF. Вы можете сразу в папку сохранить свою карту, пишите название и сохраняем. Спасибо большое за ваше внимание.